касается вот пары, где они много работают, мало видятся, и у них все замечательно. Да, может быть, действительно все замечательно, если у них определенные там цели, и для них, допустим, карьерный рост и какие-то другие моменты являются просто жизненно необходимыми, и они чувствуют, что это вот их цель жизненная. Да, может быть, у них все в порядке. А иногда бывает так, что пара, когда... зависит от отношений, но если они скрываются...
должна быть утилизирована. И плюс... В Париже встретится с экс-главой Российской экономической школы Сергеем Гуриевым, решившим пока оставаться во Франции из-за опасений преследования. Тема. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении два закона о защите чувств верующих и запрете гей-пропаганды среди детей. На серой ветке метро во вторник вечером опять случился коллапс. Второй за день на рельсе на станции Отрадно упал человек. Он погиб. Движение поездов удалось восстановить только через 50 минут. Ставки должны быть ниже. Президент Путин поручил правительству и ЦБ разработать меры по удешевлению кредитов для реального сектора. Эксперты говорят о пересмотре канонов красоты. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Дума приняла сразу во втором и третьем чтении закон о защите чувств верующих. На серой ветке метро вечером во вторник снова случился...